сегодня будет очень интересный показ, потому что девочки-участницы, которые участвуют в моем проекте «Я дизайнер», они представляют модели, которые сами придумали, это в стиле casual. И это совместная работа со мной, с моим показом, тоже в стиле casual family look. И мы сделали такой проект, мы долго к нему готовились, и сегодня это покажем зрителям. Я доношу детям вот эти вот какие-то знания по дизайну, потому что дизайнером быть не так легко. У детей получается, они очень радуются, они мне показывают не очень хорошие результаты. И сегодня я с гордостью выйду в конце показа как дизайнер на наш совместный проект. А дети на вас, вот как на дизайнера, влияют? Конечно, они меня очень вдохновляют, потому что я не знала, какую мы будем представлять коллекцию в этом сезоне. И у них спросила, потому что мы учим разные стили. Они говорят, мы хотим casual, стиль casual, потому что это самый удобный, самый распространенный в мире стиль. Коллекция, я отталкивалась уже от эскизов детей. Они ее придумывали, я давала им возможность, немножко корректировала. И они придумали в основном вот эту идею, вот это направление. Я уже сделала в стиле family look свои модели. Их предпочтения в основном все сходятся или кардинально разные? Бывают разные, да. И мне очень нравится, когда первый месяц они как бы так подсматривали друг у друга. А сейчас уже мы занимаемся 2,5 месяца, они... У них своя точка зрения, и они ее отстаивают. Это очень приятно, потому что они проявляют свое творчество, свой вкус.